Утро, Карачаево-Черкесия, приветствует вас. Сегодня 20 мая, и если май холодный, то год будет хлебородный. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. В Карачаево-Черкесии в 2024 году Республиканский консультационный центр для родителей получил грантовую поддержку в рамках нацпроекта образования. В центре родители могут получить квалифицированную помощь специалистов по преодолению психологических проблем, связанных с воспитанием ребенка. Помимо психологов, в центре работают логопеды, дефектологи, методисты и социальные педагоги. 2024 год объявлен президентом страны годом семьи. В Карачаево-Черкесии живут представители более 80 национальностей. Семья Чахировых – греки, проживают в Спарте. Родина Ирины Чахировой до замужества был Крит, но она уже успела оценить преимущества жизни в России. Подробности у Али Баташева. Дети – это продолжение рода человеческого, продолжение семьи, продолжение фамилии. То есть это те, ради кого мы живем. Сыновья Георгий и Савелий любят играть вместе. А когда рядом появляется папа, игра оживает и жить становится веселее. Со стен смотрят семейные портреты по отцовской и материнской линии. Родина мамы – Кипр. А в Карачаево-Черкесии в селе Спарта жила ее бабушка и будущий муж Федор. Они жили на Кипре, приезжали на лето сюда к бабушкам, дедушкам. Ну вот, вот так и познакомились. Хорошая девочка, воспитанная, из вас хорошей семьи, хозяйственная, все как бы, все, что должно быть в девушке, все есть. Ирина понравилась Федору сразу. Несколько лет он ждал каждый ее приезд. Сделал предложение и получил согласие. Уже через год после свадьбы родился Георгий. Ирина переехала к мужу в Спарту и оценила преимущества жизни в России. Материнский капитал на Кипре нет такого. У них пособия нету. А может и есть пособие, но там, наверное, не платят, как здесь платят. Там декретного отпуска нету. Там, то есть ты вот родила 3 месяца, вот, с ребенком, и все, и потом выходишь на работу. А здесь 3 года можешь сидеть. По специальности Ирина учитель иностранного языка, а Федор занимается строительством. Глава семьи уверен, что при желании материального благополучия можно достичь, а вот любовь не купишь. Ирина полностью разделяет его взгляды. Просто, чтобы жить счастливо, нужно жить просто. Нужно понимать друг друга. Нужно слышать друг друга, кто что хочет. Нужно много разговаривать. А самое главное, надо любить. Вот когда ты любишь человека, когда вы любите друг друга, мне кажется, не знаю, все можно решить и жить счастливо. Заботиться о родных и дарить им любовь – это радость, которая помогает преодолевать все сложности семейной жизни. Супруги очень хотят еще одного ребенка и надеются, что их мечта осуществится. Али Баташев, Ольга Савенко, Олег Молхожев. Вести, Карачаево-Черкесия. В 9 часов смотрите «Вести» на ногайском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии ночью и утром кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла. В Черкесске кратковременный дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 18-20 градусов выше нуля. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9020. Улыбка возвращает зрение. Фентолазерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87.
Рекламно-производственная компания «Магма» в связи с расширением производства приглашает менеджеров по продажам, графических дизайнеров, операторов цифровой печати и монтажников наружной рекламы. Звоните 20 100 или 20 300. Черкесск, Октябрьская, 226. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.